из сараев прибежала. Думаю, надо быстрее сюда, к инкубаторам. Вчера у меня было наклюнуто одно вот это вот яйцо. Сегодня уже утром, посмотрите, какое количество наклюнутых. Вот эти вот губки, это влажные, мокрые губки просто положила, чтобы влажность увеличить. Я не стала, вот еще яйцо, не стала вниз ставить дополнительную емкость. Просто вот опрыскаю, вот на губки побольше налью. Так, вот. Ровно держать. Я уже где-то говорила про режим инкубации мускусных уток, что за ними надо прямо следить. Сегодня получается 32-й день, а у меня уже пошел наклев. А может от того, что блицы перегревают, может быть, ну, такая, скажем, особенность яйца мускусного. Ну вот, на 33-й день, в принципе, в основном все выводятся. Влажность я убавила. Гигрометр я уже убрала, потому что температуру я сделала, по-моему, 36. Сейчас не помню. Если догонит, покажу. И у меня всегда, я уже говорила, в таких вот инкубаторах на 72 яйца по 2 гигрометра. Один лежит где-то вот здесь, другой лежит датчик подальше. Естественно, температура разная, они показывают влажность разную, но хотя бы плюс-минус примерно. Со второй середины инкубации я убавляю. Иногда температура очень резко начинает подниматься. Здесь надо, ну, когда я работала, я утром, вечером, естественно, смотрела. Сейчас, когда я днем, я и дома, у нас самоизоляция, значит, я и в течение дня подхожу сюда, смотрю. Бывает, что на третьей неделе очень сильно поднимается уже температура. Яйцо греется, зародыш уже развивается активнее. И я убавляю по гигрометрам. Я смотрю, чтобы температура не превышала по гигрометрам 37,9, где-то вот так вот, 37,8. Не больше 38, чтобы эта температура была на гигрометре. Здесь у меня показатель может быть, ну, вообще прям намного ниже. Ну и влажность у меня в среднем стоит всю инкубацию. Я ее не меняю. Она у меня вот здесь вот. Вот это вот, значит, как это... Забыла, как сказать-то. Ну, индикатор вот этот синенький, он у меня стоит вот здесь вот до упора, на 2 ванночки, на 55. Потом я ставлю влажность вот уже побольше, когда они начинают выводиться. Прямо где-то вот здесь вот она у меня на середине стоит. Ну, пищать перестал. По-моему, я 36 градусов поставила. Вчера уже убирала. У нас сегодня ветер. С террасы опять все у меня улетело, все, что стояло. Хотели сегодня в огороде уже начать хоть чего-то покопать. А в огород опять теперь не войдешь. Галоши застревают. Стало в межу, галоши осталось. Да, по-моему, 36 я поставила. Больше-то он уже не поднимется. Это вот, считай, считайте, вот это на выводе мускусных уток. Даже слышно пищит. Через крышку пищит. Я когда сюда вот сейчас пошла, они так пищали, я думала, уже вывелся кто-нибудь. Но думаю, рано. Конечно, рано. Ну, всякое бывает. Значит, время пришло. Ну, думаю... Завтра у нас 30 апреля. Может быть, сегодня в ночь кто-то и побежит на свободу.
Причем закладывала я, пыталась и утром, и вечером. Все равно в основном основной вывод в ночь. Встаешь как к грудному ребенку. Всем доброе утро. Вчера у меня был, скажем так, массовый наклев на 32-й день. Под утро вывелись два утенка. Вот сегодня 33-е сутки. Ну, надеюсь, в день они у меня выведутся. Неужели повезет? Потому что сегодня все равно я всю ночь уже следила. Спать хочу ужасно. До двух следила. В 4 утра меня муж разбудил. Говорит, иди, говорит, там один вывелся. Ты просила. А я ему записку написала на входной двери. Разбуди меня, если утенок выведется. Потому что надо было там лампу подключить, водичку поставить. 6 утра уже сама проснулась. Думаю, надо сходить посмотреть еще один. Ну, надеюсь, днем сегодня выведутся, потому что в основном у меня все выводятся в ночь. Потом хожу как лунатик. Ну, вот чувствую, сегодня буду бегать из сарая к инкубатору. От инкубатора опять в сарай, потому что там молодняк, все равно вроде бы ничего такого сложного, чего, ну, едят, пьют, пьют, едят, главное, чтобы было тепло, сухо, вода, еда, но посматривать-то все равно надо. Так что это, найду себе сегодня какое-нибудь занятие, чтобы не ковырять яйцо, а то есть у меня такая привычка помогать, но я уже как бы это, справляюсь с этим. Я обычно нахожу себе какое-нибудь занятие. Решила убраться дома. К Пасхе убиралась. Скажем так, генеральную уборку. Ой, извиняюсь. Но периодически все равно пыль протираешь. Что я рассказываю всех так же. А сегодня думаю, надо мне еще так основательно убраться. А ладно, чуть попозже сниму вам. Что у меня получится, не знаю, может, уже завтра смонтирую. Он прям через стекло вижу, шевелится. Кстати, вот эти вот три крайние, это задохлики, не развились, не задохлики, а не развились. Неделю назад увидела, но оставила на всякий случай. Думаю, вдруг ошибаюсь. Я же все время оставляю. Даже вот индюшины я оставила, которые у меня там не оплод. Думаю, вдруг я ошибаюсь. Вдруг неправильно посмотрела. Вот опять с острого конца где-то я тут уже их положила. Несколько штук с острого конца. Вот они у меня. Раз, два, три, четыре, пять штук. Ладно, будем смотреть. Ребята, вы меня не подведите, вас и так мало. Я уже говорила, вот это сбоку, это у меня просто губки мокрые.
Всем доброе утро. Вы на канале Татьяны Егоровой «Птичий дворик». У меня, правда, тут небольшая печалька. Вывелись утята мускусные вчера. Вот что не хватало, я не знаю. 46 яиц. Я, конечно, их оставила, пока еще лежат, но сейчас уже буду выключать инкубатор, уже все. Никто уже не наклюнется. Заложила 46 яиц. Всего 2 яйца неоплодных было. Представляете? 4 кровяных кольца. И вот это вот все замерло. 3 яйца. Вот эти вот 3 яйца. Не это. Отверну. Вот эти 3 яйца. Они замерли. Я заметила еще дней 10 назад, но я их оставила в инкубаторе. Вот эти вот все шевелились до последнего дня, просто не наклюнулись, вообще ни одного наклева, даже ничего. Представляете, вот это я к чему, вот как рассчитать количество. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Здесь 12. 2 неоплодных, 4 кровяных кольца и 3 замершие. Но 3 замершие — это вот эти вот у меня. Я просто читаю в тетрадке, что записано. Вот вы представляете, вот я заложила с запасом, чтобы людям хватило. И у меня это заказы. Ну, все знают, особенно кто ко мне приезжали. У меня места не очень много. Тем более сейчас все у меня занято, кто смотрел, под бройлерами, под индюками бройлерными. Вот я не знаю, как рассчитать. Я уже закладывала на так, ну прям больше, намного больше. Так обрадовалась, когда был хороший оплод. Всего 2 яйца неоплодных. Я не знаю. Ну вот то, что получилось. Вот гвардия бегает. Сейчас буду смотреть по заказам. Или может кто-то откажется. Не могут некоторые иногда приехать. Или может кто-то возьмет, допустим, не 20 штучек, а половину, передумает. Ну вот теперь как-то надо выкручиваться, людям объяснять ситуацию.